Накормить свыше 150 человек в день – непростая задача, особенно в Рамадан. В Саратове для ее решения и для реализации других мероприятий в преддверии благословенного месяца формируется специальная комиссия. Коллективный ифтар в шатре невозможно представить без волонтеров. Они ежедневно приходят за несколько часов и делают все, чтобы сегодня ифтар прошел на хорошем уровне. Продолжение ролика смотрите на канале Нур ТВ+ по этой ссылке.